приехал. Я нужен еще? Переезжать из города в город и переезжать до мест старта. Владимир Чагин, семикратный чемпион ралли Париж-Дакар. Известная всем, известная ралли. Вот хочется спросить у девчонок, наверное. Вы знаете? А, ну ты, тебя разве было слышно, когда прекрасная девушка перед тобой разговаривает? Итак, Владимир Чагин, он сегодня у нас здесь. Здесь его автомобиль. Или зверь, я не знаю, как его назвать, автомобиль от настоящего КАМАЗа, который ездит по нашим дорогам. Здесь, конечно, не очень много, я думаю, в основном внешний вид, но все-таки это в первую очередь наш российский автопром, это наш Камский автозавод. Полностью сборка, полностью комплектация и полностью разработка на нашем КАМАЗе. Все вы прекрасно знаете этот автозавод. Друзья мои, кому вот сейчас есть время? Лично и чемпион ралли Париж-Дакар. Ну что же, Владимир Чагин! Приветствую, дорогие друзья! А кто еще отличает Россия? Раз, два, три! Россия! Ну что же, дорогие друзья, и как полагается, Владимира мы поприветствовали в первую очередь вами, студенческой нашей молодежью, и, конечно же, наше руководство вуза также не остается равнодушным к таким замечательным мероприятиям. И от лица ректората Владимира приветствует проректор по учебно-воспитательной работе Могутнов Виктор Петрович. Добрый день, уважаемый политех, добрый день, Владимир Геннадьевич, уважаемые студенты. У нас уже добрые традиции, второй раз к нам приезжает очень заслуженный человек, очень заслуженный спортсмен, настоящий патриот нашей страны и большой друг нашего университета. Мы очень благодарны Владимиру Геннадьевичу за встречу с нашими студентами. Он у нас был в марте прошлого года. И мы очень благодарны, что он находит время встретиться с нашими студентами. Он у нас является почетным испытателем автомобильного института и большой друг нашего университета. Мы вам очень благодарны, Владимир Геннадьевич. Вы сегодня в аудитории расскажете нашим студентам о своих успехах, о своих планах. Поэтому давайте еще раз поприветствуем нашего большого друга нашего технического университета за любовь к нашему университету, к нашим студентам, за правильное понимание своей миссии встречаться с молодежью. Спасибо вам большое.
Дорогие студенты, добрый день. Вчера видеть ваши радостные лица, сияющие. С удовольствием принял приглашение наших партнеров компании Red Bull встречаться с вами, ответить на какие-то вопросы, если они у вас имеются, рассказать о том, что в команде нового за истекший год произошло, где вы в их соревнованиях приняли участие, хотя, я думаю, многое вы уже знаете. Вот пока мы находимся на улице, наверное, расскажу о нашем боевом оружии, наверное, так сказать. Наш автомобиль, предмет нашей гордости, на котором мы участвуем в соревнованиях. Ну а затем, когда мы пойдем в аудиторию, уже расскажу о соревнованиях и о самой гонке Дакар. Почти спущенные колеса. Но, конечно же, и скорость при этом невысокая. А когда автомобиль движется на максимальной скорости, вот так и сейчас, то давление до 7 максимального высокого. Это что касается автомобиля. Если есть вопросы, какие-то, может, даже прямо здесь зададим. Владимир, можно я вот сразу задам один вопрос, который меня интересует не то чтобы очень давно, но давненько. Вот на вашем двери написана фамилия как раз механика, штурмана, да, и ваша. Почему ваша фамилия написана в самом низу? Если обойдете машину и посмотрите с левой стороны, то там будет наоборот. Вверху пишется фамилия. Краю сидящего, да. Здесь, с этой стороны, на Дакаре 2011 года сидел Ильдар Шасултанов, механик нашего экипажа. Соответственно, и фамилия его написана сверху. Все понятно. Ну что же, друзья, давайте поаплодируем Владимиру и попросим его все-таки продемонстрировать КамАЗ в действии. Крышечек, Владимир. Есть возможность двум студентам проехать сейчас на КамАЗе, но куда вы побежали? Просто так, что ли? У кого семерка в последней сессии? Один. И капитан команды Александр Кулагин. Пожалуйста, да? Нет, у нас есть студенты, которые отлично, которые заслужили возможность проехать. И да, дело в том, что вы дороги-то не знаете, куда ехать. Так, пожалуйста, проходите. Сумочку, может быть, оставите своим друзьям. Так, представьтесь. Группа. 11:01, вот и вам. То есть не отрубились, но прокатит, да? Но всегда мечтал им быть. Итак, друзья мои, все сдвигаемся, освобождаем асфальт, дорогу полностью. Чтобы никого не было, все за бордюр, за бордюр. Владимир не привык ездить по асфальту, поэтому аккуратнее все, уходим, друзья, уходим. Сдвигаемся. Сдвигаемся. Сдвигайтесь, дальше. Девчонки, ребята, смотрите там, чтобы сюда никто не выходил. Итак, поехали! Подрыв мотора! Не выходим, три круга будет двигаться машина. Не выходим. Напоминаю, скорость 90 км в час может достигать никаких поворотов. За рулем Владимир Чагин. А также Владимир Судит, Смотрите как, с лифтом даже. Не выходи, сейчас еще будет. Не выходим на асфальт.
По аудитории 6135 задаем вопросы после этого и выигрываем призы. Вопросы. Еще один круг. Сейчас встанет на дыбы. Готовится. По аудитории 6135 каждый из вас сможет задать вопрос, и все, кто задаст лучший вопрос, это три человека получат призы от Владимира Чайка. Ну что же, друзья, давайте еще раз поприветствуем Владимира Чайка.